Так, все, время пошло. Поехали. Надо уложиться в 30 секунд. Ох ты, а чего ты меня щелкнул-то? Подожди. Давай, аккуратно. Хорош. Нормально. Так, последняя, ломайся. Все, 23 секунды. 23 секунды остается. Так, все, назад едем. Назад, назад, давай. Все, а теперь вперед. Так. 48 секунд, ну ладно. Так, новое какое-то место. О, тоже, смотри, опять лед. Нифига себе. Так, заехали, заехали. Знаешь, с первого раза бывает проходишь. А бывает едешь, не можешь пройти. За 25 секунд. Прошел, представляешь? С первого раза. Так, а сколько у нас мы вообще этих собрали? 45 написано мы собрали, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 вообще-то я собрал. Не понял. Почему они мне... Почему здесь 0 стоит? Я же собрал какие-то штуки. Ох ты! А что это значит, типа, внимание какое-то, что? А, внимание, типа, внимание. Типа, ты сейчас взорвешься, да? Или что? Мы проехали. Так, опять какая-то крутилка. Так, поехали, 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 успеваем. Все, спасибо, ребятушки. Ага. Ого, платформа вылетела просто так, знаешь. Невзначай. Куда здесь ехать? Фиг знает, короче. Ага, понял, понял, догадался. Вот так вот. Блин, 23 миллисекунды. Это же не секунды, это миллисекунды, ребята. Надо переиграть. О, здесь проехали, это хорошо. Это уже полдела. Ну, давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, у нас там миллисекунды играют большое значение. Так, здесь прямо, я помню. Все, поехали, поехали, поехали. 31, 35, а надо 30. Давай еще раз попробуем. Так, здесь нормально. Здесь вроде бы нормально, хорошо. Давай, давай, быстрее, быстрее приземляйся. Ага, так, все, едем, 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 едем. Так, платформа. Опа! Ой-о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 й
делам со мной. Нехорошо, нехорошо. Блин, переигрываем. Вроде бы все нормально проезжаешь. Но там какая-то маленькая штучка, которая тебе мешает. Она реально мешает тебе. Отнимает миллисекунды. Во, теперь нормально появилась. А до этого-то что это было? Вот что до этого было? Давай, 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 есть. 29 секунд, ты понял? Прошли уровень. Звездочку получили, но звездочки мало. Берем Феникса. Берем лесного Феникса. И отправляемся дальше. Так, у нас тут... Так, Джокер у меня, да? Дружище Джокер, как тебя зовут-то? Сарбер... Ух ты, какой-то англичанин, смотри. Опа, нифига, кто мне шляпу-то скинул? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас я здесь остану. Так, подлечусь. Ух ты, не успела я подлечиться. Ладно, давай, забирай, забирай. О, молодец, забрал. Ой, забрал, молодец. Ну, у тебя вообще жизни мало, его, конечно, разнесли. Да, разнесли.
Я думаю, мне нужно взять нашего титана. Да, берем титанчика. Ух ты, два титана. Офигеть, реально два титана. И у нас два титана. Красный, черный против двух зеленых. Ну посмотрим, кто кого. Посмотрим, ребята. Опа. Ни в кого не попал, случайно. Так, давайте сразу. Ах, ё-моё. А как так получается? Они, значит, попадают в нас ракетами, а мы нет. Угу. Опять поражение. Уникальное предложение. Купить скорпион за 1300. Буду знать. Если что, куплю. Так. Мне нужно... У нас этот феникс у нас, да? Мне нужно вот эту стрелять. Вот эту вот штуку. Наверное, вот так вот. Опа! Есть. Успел. Хотя немножечко не вовремя. Ой-ой-ой-ой-ой. Так как так? У них такие сильные эти получаются, значит. Получается, у них очень сильные ракеты. Ага. Фиглишки мы выиграем. Да, проиграли. Проиграли опять. Так. Надо нам вот этого зломбира уничтожить. Опа, есть ударчик зломбирчику. О, да, смотри, сразу мне дали перчатку. Ух ты, Гендальф был. Но далеко он не уехал. Так, перчатка, раз, два, три. Так, а чё там Гендальф же был у нас? Чё, мы его не могли щелкнуть, что ли? Так, новые мишки у нас здесь фиолетовые. Опа, да, спасибо мне за перчатку. Ой, за резинку. А, вон, можно ее регулировать в высоту. Нифига, я не знал. Раз, два, три. Да, коротенькая она была, конечно. Так, скорость хорошая. 115 уже скорость падает. Ну ладно, пока что летим. Ну, чё ж мы стену-то не можем пробить там уже, как вот который раз. Ух ты, карточка. 35 тысяч сундучок. Эх. Так, в магазин зайдем, посмотрим, что можно купить. Пикс. А вот здесь что? Ударный пилот. Лучше, чтобы удары были сильнее и достигали большей высоты. Ну, давай купим. Спасибо. Так, ну что, поехали, значит, на машинке едем. Так, мы прокачали немножко скорость, поэтому, может быть, немножко мы быстрее будем ехать. Так, главное нам не переворачиваться. Опа, что-то было, конфетка какая-то, что ли. Так, давай, ускоряемся. Я ускоритель же включил, блин, забыла, было раньше включить. Так, если этих машинок мы убиваем, получается, они дают нам... Эти самые алмазы, рубины, да, это рубины. Ух ты, это что, я их съедаю? Ням-ням написано. Во, подожди, блин, ускориться надо. Побольше надо нам зарабатывать эти штучки. Так, на тебе, коп, взорвись. Ты что, не взрываешься? На, получи. Так, уже практически мы проехали всю трассу. Так, конфетку сейчас эту я съедаю. Так, ух ты, вот ускорение я. А, я еще не набрал ускорение, не могу сейчас прям на ускорение нажимать. Так, а вот этих мне нужно успеть съесть. Давай. Ускорение надо держать, оказывается. Ох, нифига себе, я не знал. Пошли в этот самый гараж зайдем. В гараже посмотрим, что у нас тут есть. Тогда продолжаем играть в Brawl Stars, ребята. Сейчас мы... О, мы играем с пингвинчиком. Так, сейчас мы откроем сундучок. Есть. Молодец, спасибо. Пошли, мой друг пингвинчик. Ты уже так хочешь сразу нападать, да? Давай. Ох ты, тут было несколько вонючек. Ах, она меня... Ты куда пингвин убежал-то, алло? Как ты мог так убежать далеко? Капец. Он должен рядом со мной всегда стоять. Но он решил по-другому сделать. Так, я сейчас беру вкусняшку. Моя вкусняшка, алло. Да убили меня.
Все пошли на вкусняшку, короче. Естественно, там трое против одного. Меня убили. Так, ты пингвин, ты куда там пошел? Жди меня. О, я сейчас быстро восстановлюсь. О, всех уничтожим сейчас. Так, меня опять убили. Нет, это нормально вообще. Так, 9 секунд. Иди вкусняшку бери. Ты куда идешь? Давай бегом. Фига там бомбочек накидывают, офигеть. О, сейчас я восстановлюсь. Тоже возьму вкусняшку. Да вы что столько бомбочек-то направляете-то, алло. Так, вот вкусняшку вижу. Сейчас я вкусняшечку возьму. Стану очень сильным. И теперь мне никто не страшен. Где ты там, орел? А, орел тоже взял вкусняшку. Да, конечно. Ох, он меня убил? Да как так? Да, видимо, очень сильные противники были. Очень сильные.